На армянском кладбище Надежда Румянцева. Это неспроста. Она была женой дипломата Хштояна Вилли, так как его таблички здесь пока на семейном захоронении нет, значит, он до сих пор жив. Дай бог ему здоровья. Любимица всех. Где-то в 60-х годах пропала с экранов, но это не из-за того, что она была не востребована. Просто она, как любящая верная жена, уехала жить за границу. Мужа отправили по работе, я не помню, если честно, в какую страну. Она уехала за ним. По возвращении вела передачу детскую какую-то, много озвучивала мультиков. Ну, я думаю, вы все знаете Надежду Румянцеву и ее голос.